Привет, зритель! Полезные советы, лайфхаки на одном канале. Ну что же, поехали. У большинства людей сложные отношения с луком. Лук заставляет людей плакать. Но на этом суперспособности овощи отнюдь не заканчиваются. К примеру, некоторые мамы навязчиво рекомендуют положить кусочек луковицы в ухо, потому что эффект стоит того, чтобы перетерпеть его чистку. Лук мало у кого вызывает приступ острого энтузиазма. Нет, раз в никогда может появляться непреодолимое желание слопать целую луковицу залпом, а потом жалеть о поспешных решениях. Слезливый овощ определенно беспощаден к дыханию, зато неожиданно полезен для ушей. Во всяком случае, в этом убеждают многочисленные блогерши и мамы по совместительству. Они уверяют, что лук может снять острую ушную боль у детей и взрослых, притом без дополнительных медикаментов. Легенда о волшебной силе луковицы в ухе давно бродит по англоязычному интернету. Известный химик предположил, что обезболивающий эффект обеспечивает флавоноидный кварцетин, антиоксидант, который обильно содержится в луковом соке и очень часто входит в состав различных биодобавок. Кварцетин способен влиять на воспалительные процессы, затормаживая их, и тем самым приносит облегчение при затяжной ноющей боли. Отоларингологи отметили, что нет ни одной медицинской рекомендации, как использовать лук для лечения ушных инфекций, но при этом они часто сталкиваются с мамами, которые применяют это народное средство на практике. Как минимум ситуацию оно не ухудшает. Так как же использовать лук против ушной боли? Все просто. Главное условие – предварительно нагреть луковицу. Идеально для этого подойдет микроволновка. Минуты двух подогрева при высокой температуре будет достаточно. Далее порежьте лук на несколько мелких фрагментов и один из них осторожно положите в ушную раковину. Также можно просто прижать свежесрезанную половину теплого овоща к уху. Еще один способ нашинковать лук – кусочки подогреть в микроволновке. Так выделится больше сока. Затем сложить их в чистый носовой платок и уже этот компресс прижимать к больному уху. Поклонницы средства уверяют, что этот способ помогает их детям быстро справиться с болью в ухе и крепко заснуть. Но все же стоит помнить, ни одно народное средство не заменит визита к специалисту. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки есть в описании. Всем пока!